Это диджей Виджиланд, и я продолжаю проходить игру какую-то там... Не помню, я забыл название. Эту игру я по приколу прохожу, чтобы там... Ну, не знаю, захотелось мне что-то вот в такое поиграть. Такое дурацкое настроение. Ладно. Продолжаю эту офигенную, величайшую игру времен всех проходить. Найдите 7 отличий. Отлично. Мне музыка офигенно что-то так и нравится, и поэтому я ее прибавил. Так, найдите 7 отличий. Лампочка. Надпись? Нет. Цветочек. Так. 7 отличий. 7 отличий, значит. Снова. Чё это тут мигает? Бутылка водки. На шкафу. На шкафу. В шкафу меня кто-нибудь поправит, как всегда. Любят поправлять. Блять. Ага. Интересно. Надеюсь, я не один тут сижу и отличия ищу. Может, кто-то еще? Так, а еще 3. Очень интересно. Я больше не вижу, на удивление, изменений. Даже до мельчайших придираюсь, но нет, все нормально. А, перо. Так. Давай. Точно. Тут уж вообще вот... Пиксели. А чего тут? Никогда бы не заметил. Никогда бы. Так. Значит, ожерелье, киянка. Да я вот так тупо пройдусь. Больше найду. Нет, есть такие игры, в которых там неправильно нажал, и там какое-то определенное время определенное. Надо подождать, чтобы в следующий раз можно было кликать. В этой игре можно кликать подряд, поэтому я этим и пользуюсь. Есть игры, в которых нельзя. Типа штраф такой, кликание, что ли. Не знаю, довел я свою мысль или нет. Наверное, нет. Сейчас я просто вот так пройдусь и уже буду искать, потому что... Так, во. Парик, крест, вер, шар. Парик. Вер, шар. Шар? Нет. Шарик? А это капуста какая-то. Мечта кролика. Крест, шар, вер. Вер. И еще экран так мигает специально, чтобы сбить мой взгляд. Веер, говорите. Шар. А, нет, веер, крест, шар. Крест какой? Вот этот, нифига себе крест. Для меня это не крест. Для меня крест, он другой формы. Так, веер и шар. Нет, тут шаров там полно. Этот шар нет. Шар, говорите. У них может шары вот такой быть. Пиум. И шарик.
предметы из 17 века. Мы отправимся. Ага. Так, там дверь должна открыться, как мне помнится. Пойдем в 17 век. 22 мая 1675 год. О, как у вас тут мило и спокойно. Ага. Ага, тут так не получится, да? А они так выделены прям. Что нам, шестеренка, божья коровка, флейта. Распелись, блин, тут. Божья коровка, шестеренка, телескоп и груша. Вот это не груша, нет. Телескоп и груша. Как он выглядит? Справа кружочки, с правой стороны внизу, под, над словом сонар. Вон, что-то типа такое, как он выглядит, показывает. Груша и сонар, блин. Не знаю. Груша. Нет? Я не пойму, где она. Так я ж тебе нажимал. Шестеренка среднего размера. Получено. Кажется, этому постаменту чего-то не хватает. Мне нужно найти способ добраться до статуи и не промокнуть, чтобы мои ножки не были сырыми. Оу. Не хватает оборудования. Нет. Нам... Человек на картине. Сэм Бассер. Судебный чиновник. Чиновник, блин. У меня по поводу него странное чувство. Он кажется мне знакомым. Мордах у него знакомая. Ого. Все собираю. Ничего себе. Эта записка адресована мне? Устройство, в котором пользовался путешественник во времени. Соберите все кольца и встретитесь со своим отцом в галантерейном магазине дедушки. Офигеть. Галантерейном. Никогда такого сложного слова и не слышал. Так, подожди. Да, блин. Градусник. Единственный выход — воспользоваться химическими веществами и взорвать камин к ядрене фини. Там шприц какой-то. Я, кажется, знаю. Ну, уже догадываюсь, что. Ага. Ага. Куда это? Зеленый, фиолетовый, синий. Не губы. Вот это сюда, нет?
Нифига. Так. Такая штука ни на что не похожа. Любопытно. Чёрт. Да-да, блин. Так. Пойдем еще что-нибудь порыщем. Яду на него нет. Так, куда бы еще отправиться? Пруд заполнен чистой, холодной водой. Можно его даже попить. Ого. Видимо, наш беглец из будущего все-таки был здесь. Ну, естественно. Это нельзя здесь оставлять вообще-то. Ну ладно. Она глупая, не понимает. Кажется, этому постаменту чего-то не хватает. Не... Ого, выдвинулись. Шестереночка, шестереночка. О, еще надо. Понятно. Холодная вода у вас в чашечке. У меня есть холодная вода. А, ну, голубая вода, ну да. Куда же вот этот засунуть? А, все готово, что ли? О-о-о, что это такое? Мне нужно добавить некоторые вещества, чтобы начать реакцию. А что я должен нажимать? Водичка пошла сюда, напор. Чего такое? А, мне может надо ускоряться? Получилось сделать нитроглицерин, чтобы взорвать все кедрение японской матери. Баба. Взорвите камин. Тарам. Так, надо найти все это барахло. Ложка, ложки, сдавать будем. Сдадим ложки. Металлолом. О, это ломбард. Это... Чё ещё? Ножик, шприц... А, нет. Нож, письмо. Большая шестерня получена.
чё ты навтыкал просто так? Чё, правильно сделал? Ой. О, я знаю, я понял, что вы хотите. Ненавижу это. Вот это я не люблю. Так. Оказалось просто. Просто когда мы такие задачи решали, когда я учился. My grandfather left me a note in the manor. Мой дед оставил записку в доме. Really? Неужели? What did it say? И что в ней? He said I must collect the rings and meet with father at the haberdashery. I know your grandfather to be a serious man. Твой дед не был шутником. Ты должна следовать его наставлениям. Paul, are you forgetting something? My father was kidnapped. How am I supposed to meet with him? Время и путешествия во времени — шутки сложные. Давай постараемся найти следующее кольцо, детка. Но где нам его искать? Ты заметила, что твой пра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 п
А, нет проблем. 15 век, окей. Так, найдите отличие. О, женщина с бал... А, это не ее балалайка. Так, найдите снова 7 отличий. Тут специально, столько разных предметов накидали, чтобы я отвлекался вот на этого, здесь вот. Тут все в порядке, О, кстати, нет, не все в порядке. Шарики. Птички все? Все. А, вон кто-то из окна торчит. Вот даже вот у тени вот две полосочки. Ага, все в порядке. Остриё такое же, Цвет крыши все так же. И вот так вот проверяю у меня. Вот тут вот не кружочек. Я замолчал, чтобы сконцентрироваться. Блин, мне казалось, птичка в другую сторону смотрит, но нет. Еще два. Вот в этом хламье что-то есть различного? Яблочко. Ну, давай последний. Пруд? Слона-то я и не заметил. А, вообще. Сейчас в комнату? Ну да. Так. Опять барахло искать. Оно бы хоть уменьшалось. Ключик. Сейчас пройдемся вот так, как обычно. Так, вот теперь можно искать. Кинжал, монета, серп. Меч, рок. Вот меч. Но это китана... Так, меч, рок, серп. О-о-о, я нашел серп. Меч. И рок. Где это он у нас? Предметы из 15 века. На, барахло. А, дверь открылась. Все время путаюсь. 19 октября 1467. Вот ты где, дорогая. Я тебя ждал. Really? Неужели? Это мое немного раздражает. Я еще не привыкла к путешествиям во времени.
You're a bit late. Но ты опоздала, стоит отметить. A strangely dressed man already came for the ring. Oh no! Oh нет! He kidnapped my father. Did he take the ring too? Impetuous girl. Even I am not that silly. Я спрятал кольцо перед его прибытием. Where is he now? We must force him to tell us what he did with father. First things first. Сначала главное. You must prove you are really an Ambrose, worthy of the ring. И достойный кольца. Another test? Еще одно испытание? Very well then. I hope it won't take too long. Ambrose Heritage never takes long. Я всегда быстро доказываю, что я из семьи Эмброуз. Ты должна найти, куда я спрятал кольцо. Старый шалун. Так, о, виноград. Все, что в глаза бросается. Все, что бросается. Чесночок. Какой-то музыкальный инструмент. Еще один лимончик. Два винограда и яблочко. Раз виноград. Яблочко. Два винограда. Даже не знаю, как я их заметил. Медальон с яблочком. Медальон с яблочком, значит. Окей, куда мне его впихивать? Ой, что это? Что делать-то? Один. Не понял. Чё мне? Это что такое? Чего? 3, 4, 2? Просто так накидаю что-то. Чушь какая-то, не понимаю ничего. Что это такое? Красненький. Чего я делаю? Не понимаю. Давай, еще немного. Так. Один. Интересно, интересно. А, забирать их. А, не могу. Да нифига. Поздравляем? Да. Хорошо, что есть вот пропуск, а то бы я бы там застрял, и я бы забросил игру. О, хранилище доказательств. Тазик с водой, что ли? Ведьмы, эти хитрые бестии, обязательно попытаются снова завладеть этими отвратительными инструментами ереси. Мы придумали особый замок, чтобы это предотвратить. Флёр-де-Ли, ключ... Как показано ниже, был разделен на 4 фрагмента. Все фрагменты необходимы для того, чтобы открыть сундук. Молитесь, чтобы этого было достаточно, чтобы противостояние слугам ада противостоять. Вот такой ключ, он был так-так-так-так разделен. Ага. Буду типа знать, что... Этот мешок туго связан. Ну так развяжи его. Ключ, что ли? Кислоты, медальончик ставить. No. I can hear drums outside. Я слышу барабаны снаружи. What is going on? Что за дела?
Что происходит? It's him. I should question him right now. Мне нужно допросить его прямо сейчас. Постой, что делает стража? Сжечь его хотят, что ли? Он такой стоит. И он исчез. Нет, он сбежал. Но не без мучений. Кажется, погоня продолжается. Этот мужик меня достал. Так. Куча мус. О. Колечко. Такое ощущение, что я как будто тут был, но это только ощущение. Перчик. Кровь в стакане. Круто тут. Что за свинарник вообще? Все подряд лежит, что не лень просто. Дамблдор? Или кто там? Из Гарри Поттера шапка. Что еще надо? Кольцо с сапфиром. И где оно? Нашли. Фрагмент ключа. Это вот когда я соберу ее, вставлю сюда, понял? Без проблем. А ключа-то у нас нет. Что, ни один ключ не подойдет? Оказывается, блокнот заперт медальоном. Офигеть, не встать. Мне надо... Так. Это что за изюм засушенный? Чего? Здесь фрагмент необычного ключа, но я не могу его достать. Мне нужно что-то длинное и тонкое. Ножик этот засунь себе обратно. Ну, спасибо. Зал сюда? Ого. Зал сюда, зал туда. О! Вот ведь какая. Интересно. Что еще тут пощелкать можно? Семечка? Ножик? Палка какая-то. Кочерга. Ножиком нельзя, да? Нет, этим нельзя. Ну, я не знаю. Семечко. Ого. Музыкант там уже устал играть на фоне.
Так, украшения, перчатки и ложка. Украшения, перчатки и ложка. Чё-то я не вижу. И ложечка. Где она? Нифига себе. Запрятали. Вы нашли лом. То есть взяли. Да ладно. А, он типа ржал. Еще одну детальку надо найти. А она здесь. А достать я ее не могу ничем. Семечка. Чаша. Вот теперь семечки. А, она растопилась. Липкая кочерга. Офигеть, не встать. Во! Теперь мы его взяли. Вставили. Ключ! Теперь у меня есть четвертый волшебный кольцо. Я совершенно не знаю, где мой отец. Спасибо, стража. Глупышка, некоторые вещи нужно случиться. Смотри, что я только что нашел в фамильных архивах. Это старое описание покушения на жизнь короля Оффа из Мерсии. Ничего себе, это просто невероятно. И я пользуюсь всеми доступными подсказками. Счастливого пути, прекрасный вид. Пусть древняя сила ведет и оберегает тебя. Оберегает. Пойду я и вставлю колечко. Вот эта музыка мне особенно нравится. Не знаю почему, но она мне нравится. Так, колечко вставим. И нам... Так, потом раз, два, три. Три кольца еще остается. Так. Семь отличий. Давай найдем. Листочек. Листочек, комочек. Так, потом. Ням-ням-ням. Опять эта шапка Дамблдора, блин. Ой, ну из Гарри Поттера. Гриффиндор. Так. Вот явно что-то с дверью, да? Да? О, вот эта трещина. Рисунок на двери все, все есть. Все три точки. Ага. Точечка. Точечка. Еще одну я смогу использовать подсказку. Это я сам себе такое условие поставил хотя бы. Замки. Тут есть, есть, есть. Даже вот эти считаю. Раз, два, три, четыре. Ага. Во. И еще один. А, все-таки... Блин, я вот осматривал хорошо, ну... Что-то не заметил. С моей-то внимательностью. Теперь следует активировать колечко. А-а-а. Ну, мы уже найдем это в следующей серии. Что ж, это был Диджей Виджиланд. Надеюсь, было интересно. И не только мне одному. И увидимся в других прохождениях. И в другой серии тоже. Вообще, что-то упорно.